громко и четко. Ваша фамилия, имя, отчество. Калаян Гади Ахмедович. А число, месяц, год рождения. 1 мая 1972. А где зарегистрировано? Республика Башкирия. Башкирия? Да. Понятно. А в Москве? Город Кушнаренко. В Москве давно находитесь? Ну, я как так, проезжаю. Ну, примерно сколько? День, два, неделя? Ну, да, неделю. Неделя. Понятно. Вы официально работаете, безработный? Да, не работаю. Не работаете? Ранее судимы? Вот. А где, в России, в Башкирии? В России. А по какой статье? 145, а раньше было, сейчас не знаю, что это. Это как она называлась? За грабеж. За грабеж, понятно. А ворон в законе являетесь? Ну да, да, нет, нет. Ну это мое личное число. Не, ну надо как бы ответить. Да, да, нет, нет. Вор. Вор. Уголовное имя есть у вас? Ну как между собой вас называют? Нет, ничего. По имени просто, да?